Животноводчество с оригинальным названием «Овощевод» Зеленодольского района в своем распоряжении имеет 790 голов крупного рогатого скота. Сейчас, чтобы найти нужную корову в стаде, работники фермы ориентируются по желтым биркам на ушах. Сейчас будет процедура присвоения номера. Хотя практически у каждой коровы есть свой номер, довольно часто происходит путаница. Бирку можно потерять, она может сломаться, и тогда найти информацию о животном будет довольно трудно. На сегодняшний день каждая корова снабжена вот таким вот индивидуальным номером. Под этим номером в журнале записаны все данные об этом конкретном животном. В дальнейшем именно эти бирки должны заменить микрочипы, которые будут вживляться прямо под кожу. Микрочип – маленькая капсула размером не больше рисового зерна, внедряется под кожу животному в районе шеи и остается там до конца жизни. Чип содержит 15-значный код, по которому с помощью специального сканирующего устройства можно будет идентифицировать животное. С момента рождения присваивается номера на каждого животного. Сюда входят все мероприятия, которые проводит ветеринарная служба, вакцинация, диагностические исследования, и сохраняется до конца жизни. И при этом выдается паспорт на каждого вида животного. Будет проще взаимодействовать с ветеринарами, будем знать быстро о прививке, какую нужно сделать животному, о болезни, всю историю животного. Сразу после чипирования крупных животных микрочипы будут внедрены и домашним питомцам. Женя практически всю свою жизнь отдает бездомным кошкам и собакам. Она даже основала свой приют. К чипированию она относится неоднозначно. Мне кажется, что единственная положительная сторона вживления чипа – это, наверное, будет более простым поиск хозяина, который потерял животное. Но больше никаких положительных сторон я не вижу, потому что это, во-первых, будет удорожать стоимость животного для человека. Бездомным животным это, я думаю, что никак не поможет, потому что они как оказывались на улице, так и будут оказываться. А между тем, согласно закону, чипирование животных стартует в 2018 году. Снабдить чипами планируют даже рыб. Екатерина Нерушкина, Дмитрий Рыженко, телеканал «Эфир». Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».